Ожоги, состояние тяжелое. Так врачи описывают самочувствие пострадавших в Санкт-Петербурге. Напомню, во время взрыва газа там пострадали 3 человека. Инцидент произошел сегодня в 3 часа дня в квартире одного из домов нового микрорайона города. От удара выбило несколько окон, рухнул лифт, а также пострадали автомобили, припаркованные рядом с домом. По предварительным данным, в этом здании 2 рабочих делали ремонт и использовали газовые баллоны. Взрыв произошел из-за неправильной эксплуатации оборудования. В свою очередь, в службе технического надзора Санкт-Петербурга Интерфаксу сообщили, что ремонт проводили с многочисленными нарушениями.